Всем привет, с вами Юля. Сегодня также 18 ноября, суббота, но уже вечер. Я вернулась с работы и решила снять еще одно видео, пока мое первое загружается на YouTube. Почему-то очень долго обрабатывалось, уже часов 5 или 6. Думала, что сегодня выложу, но по всей видимости завтра. Вот, и я оставила здесь все, как и снимала, всю комнату со всеми процессами. Поэтому напоминаю вам, что в прошлом видео мы полюбовались на кота Dimensions Frederic Litterator. Сейчас я это все буду убирать, упаковывать процессы. Также Dimensions Рождественский ангел. Также Dimensions. У меня Dimensions в этом году в фаворитах. Dimensions Величественный павлин. Так, ну, хардангер у меня здесь рядышком, я его не убираю. Он у меня постоянно, постепенно вышивается, поэтому вот это полотно идет в свою коробку. И то, что я хотела вам доснимать на работе, но так и не получилось, это, опять же, Dimensions. Вот такой вот старенький. Это у нас частичная вышивка различными стежками. Набор 92 года, очень-очень старенький, вот такой вот Dimensions покупала на пробу, как-то вот стало интересно, он был недорогой, думаю, дай-ка я возьму, попробуем, что получится. Иногда вот такие наборы получаются достаточно интересно. Вот, ну, давайте я вам покажу, что у меня сейчас есть на основе. Вот так выглядит. Я когда получила, так как набор-то старый, я сразу постирала основу, чтобы уже не было у меня каких-то задних мыслей, что потечет краска, еще что-то случится. Поэтому я сразу постирала основу. По-моему, даже постирала нитки. В общем, все у меня постирано частично. Ничего не потекло, ничего не покрасилось. Все, в общем-то, достаточно хорошо сохранилось. И я сразу приступила к вышивке. Ну, я сразу и разочаровалась результатом, потому что все получается очень смазано. Вышивать, заполнять вот такие вот участки сложно, потому что там бывают и четвертинки, ну, как-то нужно делать угол скашивать, да, как-то округлять. Получаются четвертинки, вот, и, ну, разработка такая, вы видите, нужно смотреть со стороны, очень смазано, все размазано. Хотя вот на картинке оно так и есть, в общем, чего я другого ожидала, когда оно вот так и есть. Но в целом смотрится очень, так, знаете, зефирно, мило, ну, как-то так вот, свой шарм есть в этом, да, вот в этой вышивке, в таком оформлении. Мне казалось, что будет немножко как-то почетче, не знаю, ну, почему-то это мои были такие представления. Ну, ладно, вот то, что мне получается. Я здесь что-то сама сделала бэксичем, потому что оно совсем было смазано, какие-то придать контуры. Вот, вышила здесь нижнюю часть, дальше здесь французские узелки. Давайте буду показывать поближе. С близкого расстояния не очень все это красиво смотрится, но как есть. Вот французские узелки. Немножечко приступила вот вышивать ленту гладью. Так, нужно взять что-нибудь, до чего-то дотянуться. Вот, нашла магнитик. Ленту гладью вышиваю. Дальше вот здесь лента тоже гладью вышивается. Здесь крестиком. Вот. А тут я запуталась и, ну, вот так увлеклась гладью, вышла тоже листочки гладью. Не стала же распускать, пусть будет, ну, так вот. И что? И вот эти цветочки я вышила недавно. Такая прелесть. Немножко седло стала обшивать. И вот на работе сделала кординг золотой ниточкой. Украсила тоже сидушку. И вот как-то так пробегаюсь. Потихонечку продвигаюсь. Когда вышью, эту работу буду оформлять в подушку. Будет такая зефирная, красивая подушка. Вот. Ну, в данный момент вышиваю вот этот участок. Буду подниматься, идти сюда, сюда, наверх, вот к этим розам. Посмотрим, что у нас здесь, как это вышивается.
такое впечатление, что у меня там будут Лейзи Дейзи. Вот это вот Лейзи Дейзи, крест, опять гладь. Вот так. В общем, такой несложный процесс, но почему-то он у меня особого восторга не вызывает. Ну, так как он, в общем-то, простой, я его вышиваю на работе. Можно взять, вышить какую-то ниточку, какие-то 5 крестиков, отложить. Вот, ни шатка, ни валка, там я его потихонечку вышиваю. Вот, по процессам отчиталась. Это был тот процесс, который я вам не показывала уже очень давно. И сейчас я хочу взять новую работу в ротацию. Долго думала, оставлю вам коллаж, пока я тут рассказываю. Долго думала, что мне взять. И так как у нас, кстати, сегодня немножечко уже похолодало, пошел холодный ветер, приближается зима, ну так, по крайней мере, нам сказали на ближайшие 3 дня, я решила взять зимний процесс тоже из стареньких. И этот процесс я хочу тоже продвинуть. Custom Crafts, чуть не сказала Dimensions, а то мне Dimensions и Dimensions Custom, Custom Crafts в моем дворике. Очень-очень давно я его начала, и так как у меня не было схемы в саге, я с ним мучилась, как бы продвижения были вообще крохотные. Но благодаря Кристине Внуковой, брутальной вышивальщице, которая мне подарила схему, процесс просто, знаете, вот кардинально все изменилось, процесс пошел. Кстати, у нее много уже схем из сделанных Custom Crafts, поэтому вы можете перейти по ссылке, ссылка в инфобоксе, и посмотреть, может быть, вам тоже что-то нужно из Custom Crafts, приобрести какую-нибудь схемку. У нее очень качественно все и достаточно, так, достаточно все хорошо. Хочу посмотреть, что у меня с освещением. Придется, наверное, выключить дополнительную лампу, потому что так засвечивает. Просто, ну, это как-то непонятно, она у меня светит. Вот так даже пусть темно, но мне кажется, будет даже лучше. Можно на телефоне включить освещение, какую-нибудь лампочку. Нет, с лампочкой почему-то плохо. Мне не нравится. Вот, я сегодня монтировала, и там, где у меня Фредерик литератор, кстати, так, я его сейчас недалеко убрала, он у меня цвет основы так не исправила камера. При монтаже синий был цвет, такой виноградный, но она вот черная, да, вот я вам показываю черную основу, поэтому вот так. Что-то у меня либо мой телефон чудит, либо он с лампой не настраивается, либо я что-то нажала, и не настраивается этот телефон. Редко снимаю, поэтому какие-то настройки, они вот слетают. Вообще у меня телефон очень-очень чудной. Он у меня Huawei, и он делает, что хочет. Сам какие-то настройки включает, музыку мне включает, что хочет, то и делает. В общем, такая красота. Эти телефоны. Вот. Постаралась уместить в кадр, чтобы вы могли уже оценить масштаб. Размер работы, напомню сама себе, 49,5 на 35,6 сантиметров. Большое полотно, но благо вышивается на 14 каунте. И у меня здесь такая история. У меня вот с правой стороны хороший отступ, а с левой вот так совсем чуть-чуть. То ли я отрезала основу, я уж не помню, чего я с ней сделала. За столько лет, что я с ней делала. Вот. Но главное, что работа помещается. Мне этого отступа будет достаточно для оформления. Вот. И, по крайней мере, у меня вышит первый ряд. Здесь процентов, наверное, 20-25, что-то около того. Самое сложное у меня вышито. Вот самое сложное в этом процессе — это вот эти шишки, потому что здесь такая частая смена нитки. Кристина, когда делала мне перенабор, говорит: Юля, шишки, как ты их вышивала по схеме бумажной, как это вообще возможно? Да, но я и немного их и вышила. У меня было вышито, по-моему, такой кусочек совсем небольшой. И парковкой вышивала, и там какими-то участками вышивала. Ну, в общем, процесс был, шел просто по капле. А со схемой, с электронной, у меня сразу такой был рывок, раз кусок, потом еще кусок, потом раз еще кусок. В общем, так классно. И я самое сложное вышила. Теперь мне нужно подниматься наверх. Я уже поставлю либо на станок, либо на раму, вот не знаю. Я что-то зачастила вышивать на кровати с моим большим станком. Может быть, мне поставить лучше
на рамы, вышивать за рабочим столом, немножко изменить себе атмосферу, обстановку, и как-то, может, процессы пойдут пошустрее. Вот сейчас я, наверное, попробую хотя бы денечек повышивать на раме, там посмотрим, как оно получится. Вот, и да, я хочу уже идти вверх, подниматься и вышивать вот так вот, какой-то сделать себе уровень, вывести, как я буду выводить, и вот как-то так буду, наверное, идти до половины. Ну, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь сейчас у птички у хвостика, ну, наверное, где-то вот как-то так, вот так. Где-то до половины нужно выйти. Будет классно. Вот это будет очень важный такой рубеж. Дальше птица не повеселее вышиваться, а фон там вообще вышивать нечего. Там все пятнами. Вышивается легко. Самое сложное, самое трудоемкое я уже вышила. Поэтому мне главное не останавливаться. Идти вперед, вышивать и надеяться, что в следующем году у меня будет финиш. Вот в этом году финиша у меня мало, но я процессы подтягиваю. И я думаю, что это хороший задел на следующий год, чтобы можно было завершить большую часть из того, что я сейчас в работе имею, и получить какой-то достойный результат, итог за год. Ну, пока вот, пока так. Вот мой процесс. Дальше. Это организация. Вот так в коробке. Нитки здесь на оригинальных планшетах, ничего не меняла, не убирала. Вытаскивать не буду они, потому что, конечно же, уже немножко перепутались за столько лет, но в достаточно приличном состоянии, да, концы всегда путаются, вот, потому что они еще там лежат, а вот так вот достаточно они в хорошем приличном состоянии. Здесь у меня органайзер для игл, вот, тоже здесь, конечно, все перепутано, но достаточно так удобная организация, все в коробке, не путается, не мнется, не портится. Вот такая коробочка под А4. Схема получает, помещается туда, все помещается. Вот. Так, дальше, что еще? Рама у меня на 61 сантиметр. Отлично подходит как раз к этой основе. Хочу сделать сейчас организацию на раму. Ну и покажу потом, как у меня что получается. Итак, моя вышивка на станке. Кровать все-таки победила. Я хотела поставить сюда раму, которая на 60 сантиметров побольше, но немножко мне не хватило ширины, и станок получился такой очень корявый, и рама даже не поворачивалась. Поэтому мне пришлось поставить раму, которая у меня здесь и была, родная от этого станка. Но работа полностью не помещается. Мне пришлось придумать, ну, такую вот хитрость несложную, завернуть часть основы. Буду вышивать пока левый угол подтягивать, ну, не левый угол, левую сторону подтягивать. Хочу вышить какой-то блок 3-4 тысячи, ну и, наверное, отложу. Ну, мне хотя бы и с этим справиться. Я пару дней вышивала, навышивала 900 крестиков, причем это было воскресенье, было время, поэтому работа как-то подросла. А так, конечно, у меня по 200-300 крестиков, это вот мой максимум. Снимаю с руки. Почему-то телефон очень сильно стал засвечивать, не знаю, он сам какие-то настройки меняет. В общем, очень такой опасный шпионский телефон стал. Ну, буду стараться как-то менять ракурсы. Вот сдалека хорошо отображает, цвет передает, но поближе, конечно, показать сложно. В общем, там приросло где-то около 900 крестиков. Буду продолжать работать над этим участком, поднимать вверх. У меня здесь разметка карандашом меловым, вот так. И все, потом отложу, и в следующий раз вернусь, уже буду вышивать дальше правую сторону. Как-то вот так вот частями, блоками буду делать подходы. На сегодня у меня вышито 35%, но тоже неплохо, поэтому будем стараться дальше хотя бы к 40, если дойти, это будет для меня просто круто. Вот, и дальше вам покажу кое-что. Вот, хочу показать вам листы купила. Это не картон, искала пивной картон, но я не нашла. Вот зашла в наш магазин, и мне предложили взять, может быть, это и есть пивной картон. Я, конечно, его никогда не видела. Нет, это не пивной картон. Здесь два листа, таких плотные. Между ними есть прослойка, ну, как не пенопласт, а что-то такое вздутое. И вот он, этот
Материал он очень мягкий. Так, мне телефон не настраивается. Вот так вот. Но есть некоторая плотность у этой штуки. Я хочу попробовать. Лист большой. Я думаю, что мне его хватит на три работы от Dimensions. Разрезать, вот так померить и разрезать на три части. Я думаю, должно хватить. Если нет, на две. Я купила два листа. Они недорогие, по 3 евро каждый. Вот такие вот два листа. На выходных будет возможность, постараюсь сделать натяжку и покажу, что у меня получилось. Также начала разбирать свой рукодельный шкаф. Он у меня очень сильно захламился, потому что когда часто пользуешься, что-то вытаскиваешь, что-то кладешь, вот это все начинает потом порядок портиться, особенно когда места мало и все впритык-впритык. Поэтому я начала делать небольшой порядок, но еще не завершила. Это пока у меня, так сказать, наметки на организацию. Я решила оставить наборы на верхней полке, потому что верхней полкой все равно я пользуюсь всегда меньше. Мне их складывать пока больше некуда, вот только там. Наверху две коробки, я еще их не разобрала. Одна у меня с тканями, другая с нитками. И они у меня тоже полные, нужно их открыть, перебрать. Здесь у меня в этой классной сумке мешок, я вот такой себе шила, огромный. Здесь разные схемы мирабилии, ну, разная комплектация там мирабилии, какие-то схемы именно с тканями, да, без ниток просто. Это пустые коробки у меня тут остались. Это вот у меня идет собранная мирабилия. Года 3 уже лежит мечтательница МД-8. Пока вот даже ни кресика не сделала. Дальше здесь у меня ткани. Они лежат, потому что я коробки еще не снимала, чтобы разобрать ткани. Это все под мирабилии тоже. Может быть, нужно сшить второй такой мешок, чтобы мирабилии все отдельно были укомплектованы. Ну, пока я еще не придумала, да. Это у меня процесс, который я начала, но вам не показывала. Может быть, тоже в субботу я его открою, вам покажу. Может быть, как-то в следующий раз. Это заготовка одеяла. Я покупала давно. Лежала, решила сделать первые стежки. Что-то мне там не понравилось. И пока процесс отложился. Это у меня Dimensions Ангел музыки. Я вам показывала. У меня две схемы от Dimensions, которые я хочу вышивать. Вот здесь лежит небольшая подборка ниток. Это кусочек у меня ленты, которые я тоже что-то хочу сделать. Нашелся. Я думаю, не буду прятать. Вот пусть лежит, чтобы я к нему вернулась. Пустая сумка. Здесь у меня один процесс пока хранится. Вот я шила такие сумочки. Какая красота. Классно. Дальше. Ну, это пока у меня так, наметки. Здесь у меня были ткани. Ткани все вытащила. Они у меня здесь рядом в пакете в огромном. И здесь будут у меня, наверное, мои процессы. Но здесь, вот видите, тоже затесались не просто процессы, затесались подборки. Они у меня не поместились в большой мешок. И вот здесь вот одна мирабилия. Вот еще тут схема укомплектованная. Ну и процессы. Тоже нужно все еще перебирать и получше это все организовать. Ну, пока вот так вот тоже как-то удобно. Здесь в коробках процессы, нитки Dimensions. Вот это тоже здесь пока беспорядок. Видите, что нужно будет перебрать. Дальше, что у меня здесь? Ну, здесь у меня все стандартно. Здесь у меня просто нитки, ДМС, гамма, коробки какие-то там. Тоже вот какой-то процесс собранный. Наверное, мирабилия. Я так думаю. Это тоже какой-то у меня процесс с лентами. Начала и так ничего с ним не сделала. Краски. Здесь я этот ящик разобрала наконец-то. У меня здесь было просто чего-то только не было. Вот. А осталось что? Осталось только то, что самое крупное, громоздкое. И то, что нужно, и хранить как-то по-другому сложно. Внизу там стол от швейной машинки. Большой раскладной стол пластиковый. Ну, вы видите, здесь кюснапы, пяльцы, всякие принадлежности для вот эти вот чехлы. И это наполнитель. Он тоже объемный, его где-то хранить надо. Поэтому я решила оставить все так. Дальше. Дальше. Здесь у меня наборы. Наборы вот так. Вот. Это разные производители. Dimensions у меня отдельно, за исключением нескольких наборов, которые уже не поместились и хранятся не теперь на верхней полке. Вот здесь у меня наборы. Вот. А вот здесь у меня то, что я
То, что я еще не разобрала. Вот такая сумка. Там у меня внизу ткани. К ним нужно купить какую-то либо коробку, либо что-то как-то. Тут всякая мелочевка, пакетики, остатки от наборов, чехлы. Вот это вот я давно покупала. Хотела сюда вышивку сделать. Видите, 100 лет уже лежит. Когда, Юля, ты соберешься? Вот. И там целая куча всего. Там еще работать и работать. Ну, это, может, сегодня, завтра постепенно буду разбирать. Вот такая вот у меня огромная сумка со всякой мелочевкой, ерундой. Выбросить-то жалко, понимаете? Вот пакетики тоже нужны. Вот, буду разбирать. Нужно сходить купить. Хочу разобрать, посмотреть, какую коробку нужно купить, либо что нужно сделать, чтобы мне это комфортно как-то укомплектовать. Потому что и процессы где-то нужно хранить, и ткани. Может быть, куплю типа вот такой коробки, но чуть-чуть побольше, чтобы ткани все помещались. А здесь оставлю только проекты. Проекты все переложу в пакеты, либо тонкие папки. Никаких толстых вот таких не будет, потому что их хранить сложнее. Ну вот как-то так. И что еще? Еще у меня здесь лежит, есть вот такой вот ящичек, я себе его захватила. Покажу вам тут мои процессы текущие. И здесь у меня рамы, которые деревянные, длинные, не, больше никуда не помещаются. Это у меня от бисерного, бисерный процесс икона, который я так и не начала. Тоже вот рамы. Ну, тут какие-то краски, когда-то что-то покупала зачем-то, да, что-то нужно было. Вот здесь клипсы. Тут остатки бисера от каких-то мирабилий. Опять же, бобинки. Всегда нужны бобинки. Бобинки разные. Вот такие пакеты. Ну, мелочевка для организации. Но бисер тоже я хочу отдельную коробку как-то его собрать. От мирабилий, чтобы он был у меня весь вместе. Ну, пока вот так. Уже что-то лучше. И покажу вам, что в рулоне. Так, этот рулон у меня, это чехол на раму. Взяла его потому, что я не сподобилась шить до сих пор себе ролл для процессов. Поэтому временно его взяла. Но на выходных тоже вот у меня планов. На выходных прям, не знаю, прям очень много. Не знаю, что буду делать. Значит, смотрите, это у меня процесс был мирабилия. Рождественское украшение. Вышито уже даже было 15%. Но я передумала вышивать на 14-м каунте, на 28-м. И буду вышивать на 16-м. Основу я уже купила. А эту, чтобы не выбрасывать, потому что большой-большой отрез. Вот такой вот, по-моему, 60 сантиметров. Я буду распарывать. Поэтому пока все это, конечно, лежит у меня вот так рулончиком отдельно. Распарывать много, но пусть лежит. Вот, а вот так в рулоне у меня здесь собрались мои текущие процессы, которые... О, нитки, видите, как замотались, интересно. Так, 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 так. Так, 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 так. Вот так. Значит, смотрите, здесь у меня что? Во-первых, вот она лежит, мирабилия. Это текущий процесс, это... Персифона. Немного вышито, процентов 30-35. Вот, очень красивый дизайн. И мне нравится основа, на которой я вышиваю. Это не оригинальная основа, но тем не менее получается красиво. Очень красивые здесь краски. Вот эти вот нитки, цвета шикарные. После Custom Crafts на очереди у меня вот мирабилия. Хочу тоже ее вышить на 50%. Вот я так сейчас себе планирую по 50%, что смогу дошью, что смогу, чтобы у меня на следующий год уже как бы был такой задел, финиши будут, финиши. Да, это вот Риолис поцелуй. Давно начала, тоже в каких-то стартах, какой-то кусочек лежал, томился, пылился, не пылился, но томился. И вот в этом году... Нет, были у меня еще подходы, а в этом году я взялась и вышла половину почти без маленького хвостика. Ну, тут нет бэкстича, но зато в конце будет бисер. Поэтому, в принципе, шерсть вышивается легко, 50% классно. Недавно вам показывала павлинчика, старт этого года, почти 50%. Будет еще бэкстич, но есть уже такой хороший прогресс, 50% это классно. Опять же, здесь Dimensions, ангел Рождества.
тоже показывала, 50% почти без бэкстича. Вот и все. А, ну не все. Есть у меня еще кот Котофеевич. Плавно перемещаемся в мой рукодельный уголок. А здесь чего-то только у меня нет в моем рукодельном уголке. Такая вот у меня здесь компания. Мои любимые вышивки. Мэгги, Макс, чудесный ангелок, подарок от рукодельной феи. Мешочек, который я вышила и сшила, пока он у меня тут так вот пристроенный. Мой петух. Люблю петухов-куриц. В общем, тут все-все-все рукодельное. Кот вон глазастый. И здесь у меня мои процессы. Вот, я решила, что мне что-то нужно иметь и на столе, чтобы вышивать. Поэтому я вот этого кота, вот так вот этого кота, я одела на раму, натянула. И когда у меня будет настроение посидеть, именно повышивать за столом, я буду брать этого котика, потому что процесс легкий, до 50%. Я думаю, как-нибудь найду время, и я его тоже навышиваю. Вот, на сегодня такие новости. Сделаю заключительное включение уже в субботу, пятницу. Наверное, субботу-пятницу. Вот, посмотрим, что мне там по итогу навышивается. Это вышивала в январе этого года. Классно эти мелхилки. Мне очень понравились подушечки. Нужно будет еще парочку таких купить. А это у меня в планах на этот год набор стоит. Я все думала, начну, не начну. И я думаю, что я все-таки его начну. Но знаете, когда начну? Я его начну в декабре. В декабре, числа в 20-х. Сделаю подготовку, организацию и возьму с собой в дорогу, потому что мы в декабре 22-го едем в Израиль, мужу по работе, а я с ним, в Хайфу. Вот такая информация. И дорогу с собой возьму вот этот набор. Очень хочется мне повышивать эти носочки. Все подготовлю, все организую. Здесь у нас Аида 14-го аккаунта. И, ну, там... Сколько я смогу вышить? Ну, сколько это вышью, будет мне потом память, что я вышивала в дороге. Вот. Так, здесь у меня еще там разные книги, всякая информация. Ну, наборчик стоит. Нужно будет сделать на него обзор, организацию, чтобы он у меня уже был готов взять с собой дорогу. Вот такие у меня здесь новости. Увидимся с вами в следующем включении. Итак, сегодня суббота, собираюсь на работу, заодно там смонтирую видео, что получится, выложу, поделюсь с вами моими новостями рукодельными. И хочу показать вам прогресс. Я думаю, что вам на контраст очень хорошо заметно то, что приросло за эти дни, за неделю практически, такой вот участок. Чуть больше 2000 крестиков и у меня почти 40%. Я очень-очень этому рада. Знаете, у меня было несколько дней продуктивных, потому что здесь было несколько участков зашивки одним цветом, ну, несколькими цветами. Белый, в частности, не белый, 762-й, вот это вот светлое пятно. Черного здесь было много, и вот здесь вот 470-й какой-то, я уже не помню точно его номер, вот этот коричневый. Кстати, у меня уже вышивается первая птичка. Вот она, это ее спинка. Это ветка, она здесь сидит. Вот. И за счет вот этих вот трех цветов, которые здесь были более-менее как бы в группе, у меня получились более-менее продуктивные вечера. Я подтянула вот этот уголок. С края всегда вышивать не очень удобно, поэтому у меня здесь уже кое-что вышито. Постаралась я выровнять как-то полосочку. Ну, что смогла, сделала. Я довольна результатами. Хочу также еще повышивать, наверное, на следующей неделе. Посмотрим, конечно, по настроению. Если будет настроение, то буду продолжать вышивать. И следующий заход у меня будет, конечно же, вот на правую сторону. Получается, у меня, конечно, не половина. Как-то я так оформила. В этот раз нужно будет оформить именно весь вот этот участок и вышивать, подтягивать работу. Уже смотрится красиво, мне уже нравится. Ну, 40%, понятно, это такая цифра, когда работа уже начинает себя проявлять. Шишки здесь, конечно, потрясающие. Снимаю без света,
потому что странным образом мой телефон эту работу как-то засвечивает. Поэтому стараюсь вам показывать. Ну, я даже не знаю, как ее показать. Вот он ее засвечивает и все. Только сдалека нужно как-то ее показывать. Видите, что происходит, какие-то блики. Ну вот так более-менее, да, очень хорошо передает. Вот здесь очень четко передает цвет. Может быть, нужно выключить вообще верхний свет. Темно, но зато такие яркие краски и нет бликов. Прикольно получилось. Ну, будет вам для сравнения. Вот так вот смотрится работа. Прошло несколько часов, хочу показать вам, как туман закрыл полностью вот всю эту гору, всю эту территорию. Он потихонечку расползался, расползался, и теперь нас накрыло туманом. Идет мелкий дождь, но тепло, в принципе, нет ветра. Наша деревня находится в центральной Греции. Город называется Катафигио, но мы находимся от города немножко дальше, в горном районе, называется Катафигио. Катафигио – это значит убежище. Строились эти деревни, чтобы прятаться от турков. История Греции, конечно, с Турцией очень печальная. Может быть, когда-нибудь я немножко вам расскажу. Но сейчас хочу просто показать вам. Природу не покажу, потому что все закрыл туман. Показываю туман. Надеюсь, скоро дождь закончится. Я пойду на прогулку, покажу вам деревню и также покажу немножко нашей природы. Природа потрясающая, горы у нас фантастические. Есть свое шикарное большое озеро. Ну, в общем, практически Швейцария. Так что увидимся. Сегодня воскресенье. Очень хороший день, тепло, солнечно. Птички радуются, поют. Туман, конечно же, ушел. И у нас снова открывается с балкона красивый вид. Конечно, у нас закрывают два дерева. Плохо видно, но я постараюсь вам показать, какой у нас шикарный, роскошный вид с балкона. Вот. Очень много зелени, потому что тепло, у нас плюс 12, идут дожди, и поэтому природа радуется. Тут, смотрите, все буйствует, вот даже еще пчелки работают. Какой-то куст, что-то отцветает, и даже еще пчелки здесь пытаются что-то собрать. Вот так. А, есть какие-то цветы. Я смотрю у соседей. Ну, в общем, погода прекрасная, природа шикарная. Надеюсь, мы сделаем небольшую прогулку. А то все эти дни были дожди, да, работа. Вон мой муж тоже старается что-то сделать, немножко подрезать какие-то деревья, какой-то порядок навести. Потому что, конечно, приезжаем сюда очень-очень редко.
Так, птицы поют шикарно. Я хочу сюда повесить кормушку, чтобы привлекать их. Сегодня утром прилетала такая красивая птица. Не знаю название, постараюсь, может быть, поискать в интернете. Поэтому хочу сюда поставить кормушку, чтобы, когда мы будем пить кофе, у нас здесь, так вот, я на балконе нахожусь, вот здесь у нас наша комната, и как раз вот когда мы за столом пьем кофе, мы любуемся видом. Ну, тут у нас идет ремонт на кухне, поэтому вся посуда вот здесь, и вообще как бы нет порядка. Камин у нас здесь, мы зимой часто его растапливаем, там мясо готовим и каштаны. В общем, очень атмосферно здесь у нас, душевно. Вот. Сделаем кухню, наведем порядок. Какие-то нужно места подремонтировать. Вот так. Как говорится, человек может бесконечно смотреть на три вещи. Одна из них — это то, как кто-то работает.